Козлятина, вопреки распространенному мнению, нежное и вкусное мясо. Главное, правильно приготовить, например, сделать гуляш по этому рецепту. Пробуйте, вам понравится. Мясо надо промариновать, обжарить и затем потушить в духовке. Готовое блюдо подавайте на стол горячим с картофельным пюре. Приятного аппетита! Досмотришин вида, и я предложу записать список ингредиентов. Мясо очистите от жира и пленок, порежьте на небольшие кусочки, посолите, поперчите, добавьте уксус, оливковое масло и хорошо перемешайте, оставьте мариноваться на полчаса. Тем временем очистите и порежьте полукольцами лук. Маринованный перец порежьте соломкой. Обжарьте мясо на сковороде с толстым дном без масла и жира до золотистой корочки. Подписавшимся, больше вкусностей. Выложите мясо в жаровню, добавьте овощи, пряные травы по вкусу, 3-4 столовых ложки воды, хорошо перемешайте и поставьте тушиться в духовку на 180 градусах на 2-5 часа. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Мясо молодого козленка 1 кг, оливковое масло 2 столовые ложки, лук 6 штук, смесь пряных трав по вкусу, уксус белый винный 1 чайная ложка, перец болгарский маринованный 4 штуки, соль, перец по вкусу, количество порций 5. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Буду скучать без вас.